Елисейские поля на один день закрыли для автомобилей. Центральная улица Парижа впервые превратилась в пешеходную зону протяженностью в 1,5 километра. И таким образом власти столицы пытаются бороться с загрязнением воздуха. Подобная акция станет постоянной. Бульвар будет предоставлен в полное распоряжение пешеходам и велосипедистам каждое первое воскресенье месяца. Я добавлю, что на Елисейских полях расположены модные бутики, кинотеатры, кафе и рестораны. Ежедневно там совершают прогулки около 300 тысяч человек. Ежегодно загрязненный воздух становится причиной более 40 тысяч случаев преждевременной смерти во Франции. Мы должны изменить свои привычки и начать бороться со смогом. Кроме того, когда прогуливаешься по бульвару и нет оглушающего звука от автомобильного движения, ты заново открываешь для себя вид, фасады зданий и пейзаж. Это просто замечательная идея. Можно спокойно гулять и любоваться зданиями, особенно когда такая хорошая погода. Я очень счастлив, такое ощущение, что у меня отпуск.